В Ульяновском аграрном университете выращивают новые сорта озимой пшеницы и сои. На специальном опытном поле селекционеры вместе со студентами производят семенную продукцию. Семеноводство – востребованное и перспективное направление как для области, так и для других регионов. За 3 года в учебном учреждении вырастили и реализовали более 180 тонн семян высших репродукций. Один из популярных видов семян – озимая пшеница 1-2 класса. Мягкозерные пшеницы используют для производства высококачественных кондитерских изделий, значит, свежей консистенции, бисквитов, крекерного печенья. И при кормлении кур увеличивается яйценоскость. В скором времени ульяновский селекционер получит патенты на сорта пшеницы «Студенческая нива» и «Волжский рубин». Во время осмотра опытного поля глава региона Сергей Морозов отметил, данные наработки необходимо использовать в отрасли. Система научного земледелия поможет повысить урожайность и увеличить объемы выращивания зерна. Для поддержки научного направления агропромышленного комплекса из региональной казны будет выделена грантовая помощь. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.